Отношения, мне кажется, Украина действительно та часть, которая радикально настроена, мне кажется, эта часть действительно отделится, и она будет в контрах, конечно, с нами, так же, как все вот Грузии, сценарий тот же самый фактически, да, вот. Самое глупое в этой ситуации, что украинцы, некоторые, находящиеся здесь, начинают симпатизировать этим украфашистам и высказывать такие либеральные мнения. Либеральные заключаются в том, что они их как бы поддержат. Ну, вы же там не были, ребят, нельзя, будучи здесь. Как только ты сказал, что тебе там нравится, на тебе билет и катись. И посмотри, что там на самом деле происходит. А там люди уже воют. Так что люди, там реальный фашизм, люди стучат друг на друга, люди поставлены в такие условия, что они это вынуждены делать. И если у них уголовная статья за то, что ты сказал, что Москва не агрессор. Уголовная статья. Нормально? То есть там полный прессинг. Разве это можно? Я за то, чтобы Луганск и Донецк все-таки объединились тоже, потому что это глупо делить на две деревни между собой. Это надо объединить некую область, крымскую ту же, там, Кенскую волость, понимаете, и присоединить все это к России. Потому что это все наше. Оно было наше. Это была царская Россия, все было наше. Поэтому давайте, так сказать, не будем лукавить. Наши территории будем забирать. И что еще?